Здравствуйте, друзья, с вами Феликс. И сегодня по просьбе одной знакомой через интернет я покажу, как сделать логотип для Амазона, для своего аккаунта на Амазоне. Ну, может, это кому-то еще пригодится. Сейчас сделаю двумя способами. Точнее, тремя, но два из них как бы это одно и то же. Итак, она как попросила на каком-нибудь солидном фоне написать вот свой ник, свой логин на Амазоне. Я просто покажу, как это делается, а дальше она уже сама сделает, как ей понравится. Ну вот, первое, что надо сделать. Вот фоновые картинки, фоновые изображения, что-нибудь такое нажать, набрать в браузере, перейти в картинки. Здесь уже посмотреть, какой бэкграунд, ну какая спина, какой фон нравится. Выбрать подходящий фон. Здесь есть инструменты поиска, можно по цвету там. Красные, черные, какие угодно, да, по цвету подобрать. Там тип, опять же, лица, фотографии, клипарт и так далее. Подобрать вот это и уже на нем рисовать. Точнее, написать свое имя и сделать какие-то изменения. Второй способ очень похож, ну, на вот это. Сейчас мы их совместим. Есть такая интересная фишка. Вот опять же в поиске набираем, поскольку вот если разделить, да, так и видится, что из двух частей состоит вот этот ник, этот логин, то есть О и Э, Е буква. Тут прямо так и пишем. О, Е, лого. Выбираем картинки, и вот тут появляются всякие логотипы уже готовые. Вот интересные. Ну, уже по своему вкусу выбираем что-нибудь. Здесь мне понравилось вот это вот по теме. Вот эта вот картинка OE Supplier. Продавец. Нормально. Нормально. Сейчас из него будем делать совмещенную, так сказать, совмещенный логотип. Что для этого надо сделать? Так, выбираем вот эту картинку, она у меня здесь. Ну, скачиваем картинку, это, думаю, все знают, как скачать картинку. Вот она, эта картинка. Правый клик мыши, открыть с помощью Paint. Открываем вот эту картиночку. Теперь мы должны ее обрезать. Вот это вот лишнее, да, вот тут наверху белое, а вот это внизу оставим. То есть вот это белое уберем. А вот здесь внизу, ну давайте я уже покажу, что будем делать. Выделение, прямоугольная область. Давайте вот так вот сделаем. Вот эту область сохраним. Вот так вот. И потом, если что, всегда можно подкорректировать, изменить. Нет. Вот. Так, выделить прямоугольную область. И вот где-то вот так вот обрежем ее. Вот так вот. Вот так, чтобы лишнего не было. Все, и обрезать. Вот это вот сохраняем. Ну, здесь я не буду слишком гнаться. Вот можно потом вот это тоже вот уголки обрезать. Но это белое на амазоновском аккаунте. Там спина тоже, бэкграунд будет белым, а вот этих белых штучек не будет видно. Дальше кликаем
по буквам, то есть написать. Кликаем вот сюда. Внизу мы хотим написать, да, что-нибудь. Не что-нибудь, а именно вот то, что вот этот вот логин. То есть будет расшифровка. Но это я делаю все как бы упрощенно. Теперь буквы, цвет букв выбираем здесь. Ну и естественно надо, допустим, вот слово Окся сделать красным, Эмил черным, да, чтобы оно как-то все это сохранялось, то есть было красиво. Цвет красный. Изменение цвета, значит, вот кликаем по этой вот штучке, если хотим как-нибудь добавить такой цвет, чтобы он был более рубиновый, да? Здесь цвет рубиновый, он не такой вот красный. Можно здесь вот передвигать эту стрелочку, можно вот здесь вот так вот напрямую куда-нибудь стрелочкой убирать и подобрать цвет максимально приближенный к тому, что мы видим вот здесь. Вот здесь. Ну, допустим, я сейчас, чтобы ролик не затягивать, допустим, это он, этот цвет. Надо обязательно после того, как подобрал цвет, добавить в набор. Вот нажать «Добавить в набор» и нажать «Ок». И потом, вот когда выбираешь цвет для текста, кликнуть вот сюда, вот на этот цвет, чтобы текст был этого цвета. И у нас там Оксия, да? Вот первую часть мы сделаем красного цвета. Ну, это большой шрифт. Изменяется вот здесь. Давайте выберем обычный Arial Black. И вот такой пусть он будет. И размер. Размер. Давайте посмотрим. Можно подправить его наверх. Убрать. Вот так. Двигаем наверх, чтобы он был там, где нужен этот текст. Эта часть текста. И делаем его красным. Вот так вот. Окся. И Эмил, да? Теперь выбираем черный цвет и пишем Эмил. Вот как-то так. И все у нас тут правильно, правильно. Теперь для того, чтобы этот текст у нас был посередине, не где-то сбоку, вот так вот подправляем. И получаем вот такой вот логотип. Кликаем ОК. На главную. Все. Ну, вот, допустим, вот такой вот у нас получился логотип. После этого изменить размер. Кликаем на изменить размер. Если я правильно помню, там 120 на 30 пикселей изображение. Вот переводим на пиксели и пропорции убираем, чтобы не сохранялись пропорции. И ставим уже то, что нам надо. Это будет 120 на 30. Ну, я точно не помню, ребят. Посмотрите уже сами, там какие размеры. Ну, по-моему, такие. Вот 120 на 30. Окей. Он, ну, некрасивый получился. Именно этот логотип. Хотя неизвестно, как он будет смотреться.
Но, по-моему, там вот такого размера нужен логотип. И после этого сохранить. Сохранить как? Нет, JPEG, по-моему, там, или GIF. Ну, опять же, надо посмотреть в Амазоне, в каком формате надо сохранить. И сохранить изображение. Все. И куда, вот, кстати, к моим логотипам этот логотип добавился. Вот такой у меня логотип. И сохранить. Может привести ничего, пусть приведет. Но это просто показываю как. И все. Самый простой, все очень просто и удобно. Теперь, если откроем, давайте закроем и опять зайдем туда, мы найдем этот логотип. Это у меня вот здесь, по-моему. Да, здесь где-то. Где же он? Не, он. А, вот он. Вот он. Вот такой вот логотип. Ну, это уже. Вот. Надо посмотреть и сделать это красиво. Она просто для ролика быстренько все сделано. Другой способ, который хочу показать, есть такой вот сайт cooltextlogo.com. Вот это его главная страница, она вот так вот выглядит. Вот так. Здесь лого, здесь буквы. Кликаем вот по этой вкладке лого. И вот всякие шрифты, всякие тексты, которыми можно написать. Опять же, как вам понравится, на какого текста сделать логотип. Ну, я вот, допустим, выберу этот. И здесь мы сделаем логотип. Итак, здесь пишем Окся. Да, вот так там было написано, по-моему, Окся Эмин. Эмин. Вот у нас получился такой вот логотип. Дальше мы переходим вот сюда, на вкладку лого. Здесь, в принципе, можно ничего не трогать. Это увеличивает вот, обводку. Увеличивает обводку. Можно сами буквы, они как бы идут от светлого к темному. Можно сделать везде одинаково. Можно сделать, вот, чтобы просто сделать одинаково, вот это скопировать, допустим, и вот сюда вставить. То есть уже у нас не будет вот этого перехода. Оно будет все одинаково. Дальше. Это у нас отблеск. Если хотите поставить, то видите, вот здесь он указывается сверху вниз. Сам отблеск. Здесь выставить по, ну, оно начинается слева. Здесь выставить по центру, чтобы по центру было. И здесь то, что у нас важно. Опять же, по размерам. Убираем эти галочки и выставляем тот размер, который требуется на Амазоне. Опять 120 на 30. 30. Ну, оно убежало. Переходим сюда и уменьшаем размер текста. Вот текст, размер текста. Уменьшаем, смотрим. Ждем.
Это слишком много. Так. Имидж. Вот по центру, то есть центр это то было сверху. Ну вот такой какой-то логотип у нас получилось. Композит, то есть уже создать и создать лого. Здесь загрузка, здесь если что можно снова изменить. И загружаем. Опять же куда-нибудь сохраняем. Окси Эмиль. Вот такой вот логотип. Это вот второй способ, которым можно создать логотип. Закрываем, давайте закроем, посмотрим, какой у нас он получился. Вот единственное, что я не помню, вот на последнем сайте, по-моему, надо зарегистрироваться. Ну, это несложно, там простая регистрация. Можно зарегистрироваться, чтобы скачивать. Вот. Вот эта картинка, вот этот логотип. Давайте изменим размер. Сделаем 300. О, 3000. Окей. Ну, где-то вот такой вот логотипчик получится. Ну, вот так вот можно сделать себе логотипы. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.